Набігалися? Почитаємо. Вирішив Дмитро Дубілет і оголосив новий конкурс. Але читати за гроші зголосилося на декілька сот людей менше, аніж бігати. А от негативних коментарів проект отримав набагато більше за позитивних. Ідея нравится. Сделаем чтение популярным. Эту систему нужно в школе ввести. Ученики скинулись по 100 гривен. Кто не прочитал, тот остался без денег. Тогда не учитель будет бегать за учениками, а ученики за учителем. А где можно увидеть данные итогов побежали? Хотя бы в формате участники 1000, фонд 100 тысяч, фонд делили между 500, а то формат заплатите 100 гривен, чтобы участвовать в Book Challenge. Выглядит странновато. Был такой отчет. Вы пропустили и беспочвенно возмущаетесь, дорогая. МММ жив и будет жить. А на кой это? Кто любит читать, тот и без дубилетовских инициатив читает. Однак Дмитро не приділяє їм багато уваги. Делать что-то похожее на тему спорта уже не хотели, тем более, что акция «Побежали», она получила продолжение, там в разных городах большое количество бегает, даже какие-то социальные стартапы на эту тему появились. Мы искали какую-нибудь новую активность, в которую можно увлечь людей, и решили, что это может быть чтение книг. Негативные комментарии всегда есть. Конечно же, читать нужно не за деньги, но это просто как элемент фана, элемент, развлекательный элемент, дополнительная мотивация, что ли. Бегать же тоже нужно не за деньги, заниматься спортом тоже нужно не за деньги. Но когда появился такой дополнительный интересный элемент, ну почему нет? Умови участі з читанням такі самі, як і з бігом. Є общий фонд проєкту. Кожен, хто говорить, що я приймаю участь в проєкті, переводить 100 гривень в цей общий фонд і говорить, я обязуюсь прочитати таку-то книгу до кінця місяця і здати по ній тест. Ну, грубо говоря, приймають участь, наприклад, 1000 чоловік, кожен з них по 100 гривень перевів. Получився фонд 100 тисяч. А, допустим, тест в итоге здало 500 человек. Это значит, что каждый получит 200 гривен из фонда, потому что все делят деньги всех. А те, кто, получается, не прочитал книгу, не сдал тест, он эти деньги теряет. На вибір пропонується 10 книжок невеликого обсягу та різного жанру – автобіографічна, художня та бізнес-література. Це вибірка найкращих книг, які Дмитро прочитав за останні 2 роки. Тест, каже, буде нескладним, кожен учасник матиме 2 спроби. А за розміщення у соцмережах повідомлення з цитатами, світлинами книг або навіть відеоілюстрації будуть преміальні. Деньги за креатив, ну там фонд 600 гривен, я из своего кармана это плачу. Ну просто дополнительно для того, чтобы добавить элемент развлечения в этот проект, мы решили простимулировать участников активно делиться там какими-то интересными мыслями или цитатами из этих книг, и за самый интересный пост, который наберет больше всего лайков в нашей группе, они получат приз. Ну, 300, 200 и 100 гривен, соответственно. Результаты оприлюднять на початку жовтня. Тоді ж свої гроші отримують і переможці. Анастасія Фесюра, Тарас Іванов, новини 9 каналу.